Всем привет! С вами Олеся Селезнева. Месяц февраль очень богат на праздники, и, конечно, каждый из нас задумывается, а какой подарок сделать своей второй половине, любимому мужчине, а может быть, это папа, брат и так далее. Подарок, конечно, может быть любым, как банальным, так и оригинальным. И в любом случае ваш подарок – это будет знак внимания. Так вот, если вы хотите сделать подарок с заботой о том человеке, который дарите, вам, безусловно, подойдут средства из линейки компании Армель. Что же это может быть? Это могут быть средства личной гигиены, такие как, допустим, антиперспирант. Они есть без запаха, есть с запахом. Приближается весна, и это становится очень актуальным. И поэтому подарок будет еще и полезным. Это может быть аромат для вашего мужчины. И здесь я рекомендую фаворит 054 аромат, который покоряет сердца не только мужчин, но и женщин. И вы только представьте, ваш мужчина будет всегда окутан облаком заботы, любви, внимания с вашим любимым ароматом. Это может быть авторская коллекция Voyage d'Amour. В общем, выбор огромный. Это могут быть парфюмированные гели, которые приятно пахнут, которые ухаживают за телом вашего любимого человека. И, безусловно, это будет отличный знак внимания. К тому же эти подарки рассчитаны на разный кошелек. И самое интересное, ты можешь получить пену для бритья абсолютно в подарок. Да, потому что в компании Армель до 23 февраля потрясающая акция. При заказе двух любых ароматов из любой серии, это могут быть и женские, и мужские ароматы, вы в любом случае получаете вот такую пену в подарок. Конечно, это идеальный подарок для мужчины, но скажу, что эта пена универсальная, она подходит также и для женщин. Давайте я вам покажу текстуру этой пены. Это потрясающий продукт, который еще и ухаживает за кожей. Для многих мужчин действительно стоит проблема, потому что кожа после бритья сильно раздражается. У этой пены потрясающая текстура. Она очень густая. Пена реально экономичная. Посмотрите, какая она классная, она как зефирка, как белое облако. Она очень приятна в использовании, экономична. И еще раз повторюсь, вы можете либо приобрести эту пену отдельно в подарок, купив, да, своему мужчине, либо получить ее в подарок и подарить. Спешите, количество подарочных пен ограничено. Пока-пока!